Так, короче, слетела трапеция с моторчика. Вот эта шпилька. Она засовывается в моторчик сюда. Но она болтается ужасно. Поэтому хочу попробовать такую штучку поставить, где она. Берем комплект на стеклоочистителе. Десятка, двенашка, калина 1/18. То есть такая вот. Так. Короче, вот эта фишка. Она очень хорошо одевается на моторчик. Можно чуть смазки дать. Очень четко сходит. И не застревает. Надо просто дать усилие, чтобы она защелкнулась. Сейчас будем собирать на. Я попробовал одевать какую-то. Сейчас будем. Так, здесь получается, насколько я понимаю, надо одевать вот так. Оп. Дальше берем вот это кольцо. Там вот таких 4 кольца, 4 таких штучки. Вот. Они все одинаковые. Берем кольцо и попробуем сейчас защелкнуть. Тут такой нюанс, что не смог я засунуть. Короче, запрессовать. А тут, оказывается, инструкция в упаковке есть. Короче, типа 3 минуты подержать в кипящей воде и потом горячими их запрессовывать. Ну, взял кипятильник. Сейчас ждем, пока закипит, кинем эти, получается, это, пимпочку и кольцо. Закинем в кипящую воду 3 минуты, покипит, посмотрим, что будет. Так, наша водичка закипела, кидаем. 3 минуты. Так, вот я поставил. Короче, на 3 минуты не варик, не вариант. Надо ставить на 8. Вот. И, ну, после 3 я поставил на 8, и то мне было тяжело, я плоскогубцами давил. Но вот вроде как получилось. Сейчас пускай чуть-чуть остынет. Я не знаю сколько, пускай 3 минуты, и потом будем одевать. Так, ну я поставил все в обратном порядке, без кожуха, без дворника. Давайте сейчас проверим. Включаем. Так. Работает оно на всю. Все работает. Все работает. Отлично.